5 это Дарканы, и это игра Marvel Future Fight. Так, у Джаггернаута. Так, Джаггернаут появился. Вот такий костюм. Джаггернаут. Воплощение страха. Неплохо, у него наконец-то появился второй костюм. Поглотитель. Тоже второй костюм появился. Так, не знаю, вот тоже воплощение страха. Может, это какой-то комикс. Я не читал, если честно. Титания. Также Титания появится Женщины Халк в сериале. Так. Так. Нормально. И опять костюмы Халка. Тоже воплощение страха. Так. Неплохо, кстати, выглядит. Нестандартно, наверное. Так, а, точно, новый мировой босс. Войти. Так, мировой босс. Давай быстрее. Легенда 4. Ну, чтобы мне его пройти, надо пройти остальных боссов. Но я пока не могу их пройти сразу. А тратить кристаллы не хочется. Так. Немножко боя. Ким быть... Точнее, ким победить... Кула обсидиана. Так, берем железного человека, улучшаем до третьего ранга. Ну, пока он у меня не четвертого ранга, к сожалению. Но это пока что. Колись, может, в будущем будет четвертого ранга. Может, біля четвертого ранга появится, я его улучшу. А пока надеюсь на новый біля третьего ранга. Хотя бы в этом месяце. Чтобы получить еще одного персонажа третьего ранга. О, блин, третьего класса. Класс. Ранги класса, я уже тут запутался. Так. Железный человек третьего класса. Атакуем на него. Вот так. Все кнопки подряд. Точнее, его приемы подряд. Да, соточки. Ожимаем вот. А вот эту. А, этот раз не повезло. Обычно с этой атакой сразу побеждаю. Вот так. Все, и победа. Железный человек третьего ранга. Ну, я вот таким с костюмом бью. Точнее, третьего класса. Блин, ранг класс все равно путаю. Ладно. Третий класс. Железный человек вот такого белый костюм сразу побеждает. Побеждает. Второго класса я не знаю, но так как у меня третьего класса, это неплохой персонаж для меня. И часовый, его можно получить за... Потом скажу, я уже рассказывал, но все время тут столько режимов, то добавляют, то убавляют. Когда я начинал, тут вообще были другие режимы, другая история, потом я удалил, опять скачал, и вообще другая история теперь появилась в сюжетной кампании. Но, к счастью, я получил додатных персонажей, которые еще не были додатными. Точнее, было проще получить. Тебе кабзда, обсидиан. Часовые лучше, чем железный человек. Ну, при нами, для вот этого босса точно. Так, а ну-ка. О, точно, надо подавить амия ранг в купоне будущего. Неплохий ранг, 7. Точнее, 8 уровень. 7 уровень неплохо. Но надо мне до 25. Вот это единственный приз, який я хочу. Билет повышения ранга до 6. До 6 ранга, точнее. Так, новые персонажи, яких в мене появилось. Ну, вообще, у мене появился только один персонаж. Призрачная пантера. Как по мне, можно было Т'Чала... Вот тут есть же черная пантера, Т'Чал. Можно было бы сделать скин, а не делать отдельного персонажа. Ладно, пока что на этом все.